за что арестован Ахтем Чигоз, за что под уголовным преследованием находится Ульми Эмеров сегодня в Крыму. За то, что они говорили, Крым – это Украина. По такой логике, более 500-500 депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы должны быть на соседней скамье подсудимых, по логике властей оккупантов. И мы пытаемся не просто донести процессы, а пояснить, за что находятся эти лица, а также другие их коллеги сегодня под уголовным преследованием. За одни простые очень вещи. За то, что они защищают европейские ценности. И сегодняшний день люди, которые воюют за европейские ценности, должны быть защищены, должны понимать, что европейцы точно так же будут нас защищать. Во всех наших вопросах, в вопросах реформ, в вопросах защиты прав человека, нам это очень важно. Сегодня за каждым словом следят люди, находящиеся в статусе фактических заложников на территории Украины. И в своем доме, в своей родине, куда они стремились и возвращались, несмотря на все жизненные проблемы, сегодня они опять находятся под новой волной геноцида. Мы должны знать о том, что мы думаем об этих людях. Эти люди должны знать, что мы их не забываем. И Европа должна знать, что есть европейцы, которые за европейские ценности готовы, точно так же, как Мустафа Джемилев в свое время, тратить свою жизнь на заключение, тратить свою жизнь на борьбу и воевать за ценности Европы.